Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hard Restint. В данном видео я вам расскажу, как пользоваться жестами на наушниках RHA True Connect. Для этого возьмемте правый наушник. Для того, чтобы включить песню, нажмемте один раз на сенсор. Чтобы увеличить громкость, нажмемте два раза. Чтобы уменьшить громкость, нажмемте три раза. Раз, два, три. Возьмемте левый наушник, чтобы также остановить песню, нажмемте один раз на сенсор. Чтобы перейти к следующей песне, нажмемте два раза на этот сенсор. Чтобы перейти к предыдущей песне, нажмемте три раза на сенсор. Раз, два, три. Раз, два, три. И остановим. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!